Свисток судьи. Матч начался. Португалия с мячом. Португалия сегодня играет в таком составе. Ого! Роналду! Шикарный пас! Может быть интересно. Есть первый гол у нас. Очень резвое начало с быстрым голом. Нас ждет атакующая игра сегодня. В этом нет никаких сомнений. Ну и чего стоим? Кого ждем? Защитники решили отдать просто своего вратаря на съедение соперника. Ну здесь нельзя все-таки не отметить высокое индивидуальное мастерство нападающего. Джонатан Майдана. Эвер Банега. Вильям Карвалью. Криштиану Роналду. Джелсон. Криштиану Роналду. Какая техника, как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. Душ Санту Шавейру. Отличный проход. Джелсон Мартинш. Лукас Билья. Отлично сыграно. Надо решать. Навешивает в штрафную Месси. Удар от ворот. Еще раз смотрим, как команда забивает и выходит вперед. Перейра. Адриан Силва. Пока неплохо. Роналду. Ну а что думать тут? Бей, Роналду, бей! Легко справляется вратарь с угрозой. Атакует Аргентина. И бьет Игуаин. Отличный сейв вратаря. Игуаин. Игуаин, забивай! Расчетливо сейчас сыграл голкипер и снял мяч буквально с ноги нападающего. Да, четко, чисто, здорово. И самое главное, очень смело. Португальцы переходят в атаку. Джелсон Мартинш. Криштиану Роналду. Тут может что-то получиться. Просто великолепное спасение. С такой-то дистанции вытащить. Куарешма Бернардо. И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Вратарь среагировал и почти отбил. Почти. Самый нелюбимый счет Фабио Капелло. Адриан Силва. Хорошо увидел партнера впереди. Душ Санту Шавейру. Джелсон. Паулу Дибало. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Какой удар! И мяч оказывается у голкипера. Криштиану Роналду. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Анхель Ди Мария. Что в этой атаке Аргентина нам покажет? Подача в штрафную. Там есть Месси. Выбит мяч из штрафной. Лукас Билья. Здесь защита справляется. Мяч отобран. Есть пространство. Есть варианты для развития контратаки. Роналду. Вот это да! Какой удар! Супер! 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 Супер момент и супер гол! Успокойся. От
Отличная атака, отличный гол. Криро, известный мастер дальних ударов. Смотрите, какой положил, а? И какой невероятный удар у него получился. Очень красивый гол. Невероятно начали они матч, конечно. По сути, второй тайм превращается в пустую формальность. Ди Мари. Тут может что-то получиться. Ну что же, час. В футболе бывает всякое, но голевой перевес одной из команд слишком велик, чтобы во втором тайме предрекать стопроцентную интригу. Роналду тащит мяч вперед. Спасает в этом эпизоде команду голкипер. И может как-то поменять теперь его игра? Думаю, очень скоро мы это узнаем. С своей куражной игрой он действительно разозлил атаку соперника. Месси идет вперед. Игуаин ждет. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Хороший шанс есть у команды. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Криштиану Роналду надо решать! Вот как надо играть в защите! Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Криштиану Роналду. Да, бывает и такое, но, с другой стороны, не очень понятно, чем же можно объяснить такое преимущество одной из команд. Да, весьма неожиданное начало. Одна из команд просто оказалась не готова к началу встречи и очень тяжело входит в игру. Но еще впереди много времени, можно ситуацию исправить. Отлично сыграно, надо решать. Подача в штрафную, там есть Месси. Вынос, мяч не задержался в штрафной. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Куарежма Бернардо. Адриан Силва. Роналду. Роналду в выгодной позиции игрок. Опасно! Гол! А он и не пытался бить сильно. Тут речь не о том, что удар не получился. Правда ведь? Гол-то есть. Да, вряд ли ошибусь, если скажу, что судьба матча решена. Билли. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Месси. Неточную передачу отдает Лионель Месси. Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. Перспективная была атака, но у соперника было свое мнение на сей счет.